Глава северокорейского МИДа приоткрыл завесу тайны над переговорами Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Как сообщили в ведомстве, Пхеньян сделал, цитирую, «реалистичное предложение Вашингтону». КНДР попросила о частичной отмене санкций, а не о полной, как ранее заявлял президент США. На данный момент в отношении Северной Кореи действует 11 резолюций ООН, и Пхеньян просил о снятии 5 из них, а именно тех, которые касаются гражданской экономики. После чего КНДР готовы были убрать установки по переработке плутония и урана в присутствии американских экспертов. Мы также выразили намерение взять на себя обязательства по прекращению ядерных испытаний и испытаний межконтинентальных ракет, чтобы уменьшить озабоченность Соединенных Штатов. Однако в ходе встречи США настаивали на том, чтобы мы предприняли еще один шаг, помимо демонтажа ядерных объектов в районе Йонбён. Поэтому стало совершенно ясно, что Вашингтон не готов принять наше предложение. Трудно сказать, может ли быть лучшее соглашение, чем предложенное сейчас. И вряд ли такая возможность представится еще раз. Напомню, саммит во Вьетнаме завершился досрочно. Из Ханоя Ким Чен Ын и Дональд Трамп уехали, так и не подписав анонсированное соглашение, и отказались от совместного обеда.